Научная библиотека Сибирского федерального университета – одна из крупнейших вузовских библиотек России. На сегодняшний день в фонде библиотеки около 2,5 миллионов экземпляров документов, более 700 наименований периодических изданий, свыше 20 тысяч наименований электронных изданий. Электронные базы данных содержат более 30 миллионов документов. Научная библиотека находится по адресу проспект Свободный, 79, и имеет сеть филиалов в Красноярске. Учебные абонементы осуществляют выдачу литературы читателям на дом и обслуживают студентов всех институтов и факультетов. Фонд абонемента научной литературы – это учебники, монографии, справочники, энциклопедии, диссертации и другие материалы, необходимые для более глубокого изучения дисциплин. В читальных залах организован доступ к электронным информационным ресурсам по всем отраслям знаний. Все залы оснащены современным компьютерным и видеопроекционным оборудованием. Электронный каталог библиотеки содержит около 600 тысяч записей на все виды и типы изданий, а также более 20 тысяч полнотекстовых электронных документов. Научная библиотека предоставляет доступ к отечественным и зарубежным полнотекстовым базам данных научной информации. Специалисты библиотеки оказывают консультационные услуги по работе с электронными базами данных, выполняют информационные запросы в помощь учебному процессу. Библиотека оказывает дополнительные услуги, такие как ксерокопирование и печать, составление тематических списков литературы, выполнение библиографических справок и проверку научных работ в системе антиплагиат. Правила пользования научной библиотекой Сибирского федерального университета. Запись в библиотеку производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Читательский билет – основной документ, дающий право пользования библиотекой. При нарушении сроков возврата документов электронный формуляр читателя блокируется. Читатели несут ответственность за сохранность библиотечных книг, штрих-кодов и читательских билетов. Мы всегда рады вам помочь и ждем вас в стенах нашей библиотеки.